И я думаю, что это может создать проблемы, потому что часто с ними обращаются совсем не так, как это делалось в Советском Союзе, когда мы их учили, и они получали образование, осваивали квалификацию. Это было совсем другое. Но я думаю все-таки, что Россия с этими проблемами, с мигрантами из наших бывших республик справится. А что в Европе будет? Европа ведь начала все это, Западная Германия начала этот процесс одной из первых почти сразу после войны. Турки и югославы были основной рабочей силой. И они тогда, как говорится, на тяжелую, неквалифицированную работу их пускали. Дальше последовали этому примеру и ряд других стран. И Париж сегодня не французский город. Вот. А Берлин по-прежнему немецкий город все-таки, несмотря ни на что. Я думаю, Германия справится.